Реализацию важнейших для регионов страны проектов сегодня обсуждали в Доме правительства. Среди приоритетных программ, стартующих в следующем году, сельская ипотека. Какие возможности открываются перед жителями республики, расскажет Дмитрий Ковалев. 3 миллиона рублей по минимальной ставке. Выдавать кредиты на таких условиях уже готовы 2 крупнейших банка. В республике ожидают ипотечный бум. Глава региона отметил, что в муниципалитетах в связи с этим особое внимание должно быть уделено проектам комплексной застройки. Мы практически 2800 гектаров земель сельхозназначения переводили в границы населенных пунктов. И наша задача в этих микрорайонах по тем переведенным земельным участкам, касаясь программу устойчивого развития сельских территорий, строить комплексно эти и осваивать эти микрорайоны. Вот это наша главная задача. И касаясь уже многодетных семей, достаточно земель тоже предоставлено. Сельская ипотека будет запущена с начала следующего года. Михаил Игнатьев поручил подготовить точные расчеты объемов строительства домов. Люди ждут годами, как бы построить дом или получить соответствующую квартиру, но те, которые хотят жить на селе, вот таких льготных условий никогда не было. Еще одна тема – развитие первичного звена здравоохранения. По итогам заседания Госсовета страны перед властями регионов обозначены новые задачи. Для субъектов в федеральном бюджете заложат более 500 миллиардов рублей. И то, что мы говорили и брали на себя обязательства по капитальному ремонту, это даже лучше сейчас пойдет. Но здесь организаторская работа со стороны Минздрава должна быть на максимально высочайшем уровне. Развитие регионов обсуждали и на расширенном заседании правительственной комиссии в Москве. Ключевая тема – бюджетные дотации. Что было озвучено со стороны, соответственно, и Министерства финансов, и со стороны Министерства экономического развития. До 5 декабря по объектно, по всем своим вот средствам, которые имеются, мы должны представить документацию в полном объеме с экспертизой, ну, соответственно, с титульными списками. И еще одна поступившая из федерального центра новость. Регионам выделят многомиллионные суммы на ремонт мостов. Республика также направила заявку в адрес Росавтодора. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.